Так, вторая часть. Всем привет, с вами, то есть вы на канале Jack Shepherd TV. Продолжаем ехать. Так, сзади маршрутка едет. Поедем немножко через дворы. Блин, вы тут так поставили машину вообще. Вот. Но мы едем дальше. У нас уже, походу, сегодня 13 число. 13 сентября. Все так подвал. Телефон можно использовать как видео из регистратора. Так, мы сегодня уже здесь были. Так, остановлюсь, я поправлю эти ключи. А то их кто-то кинул. И они звук портят. Все купил. У нас в городе за 400 гривен сумку для багажника, то есть на раму. Там можно поставить внутрь телефон, там сверху есть прозрачное окно. И смотреть скорость, то есть спидометр и где ты находишься, типа GPS-навигатор. Вот. Так, ключи я спрятал. Надеюсь, что мне будет слышно. Ну-ка, давайте сюда поедем. О! Привет, тормоза. Так, немножко по луже проехался. Надеюсь, я сзади чистый, потому что я в белой футболке. Так, сейчас будем спрыгивать. Три минуты видео идет. Так, сейчас будем снова ехать по центральной улице нашего города. Улица называется Шевченко. Номера не вижу, скажу.
Но ехать уже можно, так как машин нету. Едем мы уже по центральной улице города Червонограда, скажем так. Блин, мне кажется, или мне действительно спускает колесо, переднее причем. Так. Едем мы где-то на скорости 15-17 км в час. Я, в принципе, смогу потом вывести отдельное окно, попробовать. Не знаю, оно будет сниматься или нет. На телефон, на экран телефона. Если будет слышно этот шум ветра, то я потом сделаю ветрозащиту на микрофон. Так, сейчас нам придется поворачивать направо. Хотя можно съездить и на Бух. Показать вам, что и как. Ну-ка, сколько идет время уже видео. 7 минут 29 секунд. Так, сейчас будет очень крутой спуск. Вот сейчас только проедем парк. Так что там держитесь, рассаживайтесь удобней. Будет стрёмно. Главное, чтобы там собак не было. Хотя это будет шок-контент. Но я не смогу вытащить телефон и показать, как за мной будет эта собака бежать, потому что он в чехле специальном, самодельном полностью. Все, приготовились. Сейчас будет съезд. Так. Так, тормоза готовы. Слышно было, надеюсь. О, вот это тормоза так тормозят у меня. То есть я легонько нажимаю, и они сразу тормозят же. Тут недалеко отсюда есть мост. Тут селом пахнет очень, очень сильно. Оу! Фига себе, ямка там была. У меня аж этот амортизатор чуть не до конца прогнулся. Было мощно. Так, что-то тут делает, слушайте. Опа, немножко здесь потрясет. Оп. Так, здесь главное осторожно ехать, потому что здесь много стекла. И там собака. Да ну нафиг, я туда не буду поехать. То есть она может сейчас, знаю, пихнаться. Короче, там вот мост. Не, красиво пальцем показывать, я знаю. Ну, вы поняли. Сейчас я остановлюсь. Сделаю такой круговой объезд, как всегда. Кстати, напоминаю, вы находитесь на канале JackShepard.ua. Подписывайтесь, ставьте лайки. И так далее.
только сколько нам уже там осталось времени. Так, еще можно снимать там. Есть еще гигабайта. 8 гигабайт. Ну, я сейчас начну эту третью часть видео. Так что там вы были на канале Джек Шепард. И подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.